Мы находимся на предприятии «Монолит» в наших взломостойких дверях, в секрете наших дверей, за счет чего добивается такая защита от силового взлома, защита от вскрытия отмычками, комбинированных методов, можно частично высверлить, за счет чего добивается беспрецедентно мощный монтаж. Секрет, он не заключается в каком-то одном элементе, это комплексные меры. Даже монолит стандарт — это двери 4 класса. Там ряд потенциальных мест, которые атакуют воры. Также в наших дверях 5 класса, 6 класса, это как такие модели, как монолит мускул, мускул, скала. В первую очередь мы берем замки, которые отмычками, ну, в реальной жизни такие цилиндры не вскрывают. Они должны быть беспрецедентно мощно защищены каленым металлом. Вырвать его не представляется возможным. Никакие инструменты, никакое сверло, то твердость, оно не способно просверлить. Корпус невозможно расколоть. Взяли замки идеальные, идеально их защитили от сверления, идеально их закрыли обычным металлом. То, что на двери наши показали на испытаниях, то, что двери испытывались, когда их там по 3, по 4 человека одновременно пытались сломать, и люди это ломали не люди с улицы, это профессионалы, которые, аварийщики, медвежатники, которые занимаются, сталкиваются с дверьми, замками, сейфами ежедневно, и они это все знают, как работать инструментом, какие усилия нужны, то у них это не удавалось часами этого сделать, ну, сломать нашу дверь, то также это и в реальной жизни подтверждено. То, что происходило уже с началом войны в Буче у нас, в селе Перемога это происходило, в Пине. Все двери, начиная с монолит мускул, все двери абсолютно выстояли.